Все 1040 свердловских школ области готовы к новому учебному году. 1 сентября они примут более 400 тысяч детей и подростков. Чему и как их будут обучать, преподаватели сегодня обсудили на итоговом областном педсовете. Как отметили собравшиеся, впервые за многие годы школы региона не испытывают дефицита кадров. Мы провели мониторинг по всей Свердловской области. Учителей достаточно. Нагрузка перераспределена практически на каждого учителя. И при этом мы можем сказать, что я очень рад, что большое количество молодых учителей пополняет сегодня ряды нашего учительства. На традиционном августовском педсовете учителя обсудили, как будут внедрять новый образовательный стандарт средней школы. Он предполагает создание профильных классов, в которых дети со школьной скамьи будут осваивать будущие профессии. Кроме этого, учителя говорили о необходимости сократить бумажную нагрузку, ведь сейчас педагогам ежедневно приходится заполнять огромное количество отчетов. Это время преподаватели хотят тратить непосредственно на обучение детей. Еще одной важной задачей, которую предстоит решить в ближайшие годы – перевод всех школ на односменную систему. Для этого нужно создать 165 тысяч новых мест за партами. Сегодня перед нами стоит задача совершенно новая. Это обеспечить обучение детей в одну смену. Задача, сразу скажу, трудная, но выполнимая. Мы планируем на первом этапе перевести на обучение в одну смену начальные и старшие классы, а к 2025 году всех школьников Свердловской области.